Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые любители спорта! В эфире телеканал «Югра», программа «Югорский спорт» и я, ее ведущий Вадим Власов. И если, уважаемые телезрители, вы сегодня предпочтете остаться у экрана своих телевизоров, то далее вас ждет следующее. Спорт объединяет. Под таким лозунгом в Сургуте прошел первый открытый фестиваль единоборств. В рамках федерального Сабантуя в Нижневартовске завершились всероссийские соревнования по национальной борьбе «Куреш». Все лето заниматься фитнесом на свежем воздухе Белоярский присоединился к спортивному проекту «Фритренинг Югра». Об этом и многом другом далее в нашей программе. Оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем серию рубрик про скандинавскую ходьбу в нашей программе. 4 года назад она была включена в перечень выполнения нормативов комплекса ГТО. Доказано, что скандинавская ходьба оказывает положительное влияние на укрепление организма, а с недавних пор получила статус официального вида спорта в России. Более подробнее о нормативах скандинавской ходьбы в ГТО расскажет Сергей Лысов. Энергично и задорно говорим здоровью «да», а помогает нам в этом скандинавская ходьба. Эти милые женщины всегда в прекрасном расположении духа, когда вместе собираются на очередную прогулку-тренировку по скандинавской ходьбе. Они знают толк в правильности выполнения этой физической активности, о ее пользе для организма и позитивном влиянии на психологическое состояние. Уже 4-й год, как скандинавская ходьба в России входит в перечень видов спорта для выполнения нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И сейчас этот вид спорта становится популярнее в любом уголке нашей планеты. ГТО – это такая не железобетонная система, она очень гибкая. Каждые 4 года в нее вносятся изменения. Либо в нормативы, либо в нормативную базу, либо в какие-то добавляются виды, убираются виды. Как раз 4 года назад, когда было изменение, внесли скандинавскую ходьбу как разновидность вида на выносливость бега. Старшее поколение не может бегать. Для них это внесли как альтернативу. Все как бы ГТО разбито по ступеням. С 1 по 11, с 6 лет и до 70 и плюс. То есть, если ограничивается нижний возраст 6 годами, то верхний возраст вообще не ограничивается никак. С 10 ступени они могут выполнять упражнения либо смешанное передвижение, у каждого там на свой участок времени там и расстояние 2-3 километра, либо бег, вот, либо скандинавская ходьба. На сегодняшний день нормативы ГТО в скандинавской ходьбе разделены на 11 ступеней. К примеру, в самой возрастной группе 70 лет плюс необходимо пройти 3 километра за 30 минут для того, чтобы получить заветный золотой нагрудный знак. Но судя по улыбкам этих всегда молодых душой девушек, для них это не только спорт, но и удовольствие. Во-первых, нас организовывают. Во-вторых, значит, мы общаемся очень замечательно, на свежем воздухе. Все болезни, в принципе, сразу отодвигаются. Мы уже не думаем о болезнях, ничем. И, в общем, вот эти движения и свежий воздух, вот это наша природа уникальная, это и есть наша поликлиника. На сегодняшний день эти активные дамы не только гуляют с палками по красивым тропинкам самарского Чугаса, но и собираются в спортивном зале, где также поддерживают свою физическую форму при помощи китайского боевого искусства ушу. В ушу очень много направлений. Мы выбрали самое оптимальное именно для пенсионеров. Называется тадитюань стиля ян. И они вот занимаются им уже 3 года. Силовая у нее улучшилась, растяжка, гибкость. Равновесие очень хорошо стало, уверенности больше стало. То, что они делают один раз в неделю, чтобы они это проецировали на неделю следующую, чтобы они это повторяли, тренировались, немножко хотя бы делали гимнастику. И все это повторяли, отрабатывали. Благодаря усилиям Геннадия, его коллег в Ханты-Мансийске и округе успешно реализуется всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне». Геннадий Викторович стоял у истоков возрождения этого комплекса в Югре, начиная с 2014 года. Делается сперва 3 шага назад, а потом левый. Поняла? Покачивайся. Вот как мы будем делать. Опусти таз, и бери тоже хорошо. Спину. В завершение отмечу, что пожилые граждане вправе сами выбирать для себя вид упражнений или смешанное передвижение, бег с ходьбой или скандинавскую ходьбу. Ведь, как мы знаем, человек должен каждый день заниматься физкультурой, и тогда в любом возрасте он будет чувствовать себя великолепно.
Все лето заниматься фитнесом на свежем воздухе. Белоярский присоединился к спортивному проекту «Фритренинг Югра». В первой тренировке на стадионе «Олимп» приняли участие более 50 горожан. Все они воспользовались возможностью бесплатно перенять опыт у профессиональных тренеров. Белоярцы открыли сезон бесплатных занятий под открытым небом. По инициативе Общественной молодежной палаты наш город подключился к спортивному проекту Free Training Югра. Но если в прошлом году заниматься можно было только в онлайн-режиме, то сейчас открытые тренировки проходят на свежем воздухе. Хотим, чтобы тренировки, чтобы спорт стал доступный массам, потому что, ну, не секрет, что многие из нас откладывают занятия спортом на понедельник, грубо говоря, да, а тут, ну, уже нет шансов отказать, просто уже все пестрит, везде есть информация о том, что тренировки бесплатные, вход свободный, разные направления. Часовая тренировка началась с разминки, потом работа над всеми группами мышц под руководством профессиональных наставников. Только руку мне! Большинство справились, не ушли. Это самое главное, что люди не бросают, как только у них что-то не получилось. Все от начала до конца тренировались. И вот можно заметить, как нас достаточно много. Призыв организаторов был услышан. На первую воскресную тренировку по стрейчингу и функциональному тренингу пришли более полусотни человек. Упражнения на гибкость, растяжку и тренировку мышц пресса в начале лета особенно популярны. Тем более вместо душного зала открытое пространство. В форме мой стиль уже на протяжении 2 лет, занимаюсь в онлайн-тренировках, так что как бы для меня это нормально. Но онлайн-тренировки отличаются от тренировок здесь на открытом воздухе? Естественно, онлайн-тренировки – это первый мой опыт в моем спорте. Все нормально у нас. Я сама занимаюсь йогой уже много-много лет, поэтому стрейчинг для меня привычное дело. Я занимаюсь стрейчингом с удовольствием и регулярно. Благодаря инициативе Артамонова Александра узнал об этом мероприятии. Решил прийти побороться с прекрасным полом, со своим животиком. На следующее воскресенье постараюсь не придумывать никаких отмазок и тоже прийти. Организаторы планируют приобщать горожан к фитнесу в течение всего лета. Всего запланировано провести 12 тренировок по различным направлениям. Это зумба, табата, йога, джампинг. Каждый может присоединиться и провести время в отличной спортивной компании. Сегодня в районе в рядах приверженцев активного образа жизни уже более 55% населения. А благодаря проекту Free Training Югра спорт станет еще доступнее, отметил на открытии мероприятия Александр Майборода. Сегодня есть более амбициозные планы. Сегодня до 30-го года есть цель привлечь к систематическим занятиям более 70%. И вот как раз одно из самых ярких и востребованных направлений, как фритренинг, он действительно является доступным, интересным и действительно может вовлечь в свои ряды максимальное количество населения разных возрастов. Итоги сезона тренировок под открытым небом подведут в августе. На церемонии закрытия будут названы имена самых активных участников занятий. Они получат футболки с символикой проекта. В рамках федерального Сабантуя в Нижневартовске прошли всероссийские соревнования по национальной борьбе «Куреш». В них приняли участие более 60 спортсменов из 10 регионов страны. Победители и призеры были награждены медалями, кубками, сертификатами от спонсоров и денежными призами. В первом поединке турнира представитель Московской области Илья Афонин взял верх над вартовчанином Алексеем Шарковым. За земляка отыгрался чемпион России, Европы и мира по борьбе «Куреш» из лучниц Альберт Рахматуллин. В упорном вязком поединке весовой категории 80 килограммов он одолел своего вечного конкурента и давнего соперника, мастера спорта тюменца Игоря Волобуева. Мы с соперником давно друг друга знаем. Он тоже был в сборной. Мы вместе боролись всегда в финале на чемпионате России. Ну, все учили уже друг друга приемы. Давно в этом спорте как бы. В
Вторую половину схватки излучинцу пришлось провести, превозмогая боль. Дали о себе знать старые травмы. Дотерпеть удалось. Финальный свисток застал соперников при счете 3-2 в пользу Рахматуллина. К слову сказать, Альберт, как и многие другие участники соревнований, специализируется не только в поясной борьбе, но и в классической, греко-римской, у которой с корешем есть много общего. Броски и приемы, которые разрешаются проводить, в чем-то схожи. Только в кореше используются для захвата и проведения атаки пояс. Греко-римская борьба, знаете, что это тоже те же броски без захвата, без подножек. Это чисто бросок через грудь. Также кореш, борьба на поясах, тоже оценится только чисто броском через грудь и положить на лопатки. Несмотря на то, что соревнования проходят в рамках праздника татаро-башкирской культуры Сабантуй, представительство в них вполне себе серьезное и борьба не шуточная. Здесь получается заруба, это за выход с этих соревнований на чемпионат мира, который отбирается от России и сплинтуется команда российская, которая будет защищать на чемпионат мира нашу страну. Победители и призеры были награждены медалями, кубками, сертификатами от спонсоров и денежными призами. Чемпион России, Европы и мира по борьбе кореш излучинец Альберт Рахматуллин в весовой категории 80 килограммов одолел всех своих соперников и поднялся на верхнюю ступень пьедестала. В весовой категории 100 килограммов чемпион мира Раиль Нургалиев из Татарстана уверенно поборол спортсмена из Югры Ришата Файзуллина. У супертяжей Сергей Павлик померился силами с Фирдусом Зайнуллиным. В упорной затяжной схватке со счетом 3-2 выиграл Павлик и продолжил борьбу в суперфинале за главный приз – автомобиль Volkswagen Polo с Раилем Нургалиевым. Несмотря на большую разницу в весе, Нургалиев не только не спасовал, но напротив взял инициативу в свои руки и уверенно довел поединок до победы 5-0, завоевав титул главного батыра или абсолютного победителя всероссийского турнира по кореш. Буквально через неделю победители всероссийских соревнований в Нижневартовске представят свои субъекты на чемпионате мира по борьбе кореш, который пройдет в Казани. На ковер выйдут борцы 27 стран. В Междуреченском впервые состоялось окружное первенство по пейнтболу. На поле боя вышли 10 команд. Это школьники и студенты Кандинского района, а также гости из Урая. Около 10 утра пейнтболисты надели защитные маски, форму и протестировали на исправность главное оружие – маркеры. У каждого, кто решил провести праздничное субботнее утро весело, на свежем воздухе и заодно попытаться выиграть кубки и медали, исключительно боевой настрой. Здесь нужна не только сноровка и логика, но и чуть-чуть везения. Подростки занимают свои позиции, и вот начинается бой. Поиграть в первом окружном турнире по пейнтболу решили порядка 80 тинейджеров, а это 10 команд, представлявшие Кандинский район и соседний город Урай. Организаторами выступили Югра Мегаспорт, окружная пейнтбольная федерация, а также Федерация по пейнтболу Кандинского района. Всю жизнь, сколько я помню, пейнтбол у нас в ХМАУ, у нас все мероприятия подобного уровня проводились в городе Ханты-Мансийске. Вот, а сейчас у нас концентрация именно детских команд в Кандинском очень высокая и... Просто из соображений рациональности, логистики мы решили здесь все провести. Условия игры, как и всегда, простые и понятны. Команда на команду до последнего выжившего. Любое попадание, и ты уходишь ждать следующего матча. Партии стремительны. Звуки выстрелов то и дело перекрывали крики болельщиков. Эмоции на пределе. Просто нужно прям, знаете, на охоту часто ходить и прям стрелять часто. И быть на опыте. Все будет классно. Немного мандраж. Я первый раз так-то играю в пинбол. Тактика есть, но... Ну, это секретная командная. Тактика была, но, по-видимому, провалилась. Почему? Я так понял, выбили основного игрока, который должен был пройти до баннера. И все, и тут закончилось на этом. Как отмечают представители Федерации пейнтбола Югры, Кандинский район – единственный муниципалитет, готовый принимать соревнования окружного уровня без дополнительного оборудования и затрат. И такой площадки, как здесь, в регионе просто нет. В планах провести турнир уже не для школьников, а дать возможность поучаствовать в соревнованиях командам постарше. Пейнтбол уже такой вид спорта в Кандинском районе. Во-первых, каждая школа, а это школьный чемпионат, имеет собственный комплект оборудования.
в школах постоянно играют в пинбол, и поэтому собрать команды не было. Единственная у нас как большая проблема, это Каннинского района, транспортная, что не все могут добраться в летний период, зимой мы, к сожалению, в пинбол играть не можем. Но те команды, которые смогли приехать, которые находятся на дороге, я еще раз говорю, разброс весь Каннинский район, все здесь и сегодня поборются. По итогам борьбы, победам, а вместе с ней кубки и медали унесла соревнования команда Междуреченской школы «ТАК Биверс». На втором месте сборная, команда номер два, представлявшая агропромышленный колледж. И бронзу первенства завоевала команда 7-62 из школы райцентра. Лучшим игроком признан ученик Междуреченской СОЖ Владислав Ивашкеев. Спорт объединяет. Под таким лозунгом в Сургуте прошел первый открытый фестиваль единоборств. В ярком событии приняли участие представители 10 городских и окружных спортивных федераций. Более 70 мастеров тайского бокса, джиу-джитсу, вольной борьбы, дзюдо, рукопашного боя и других видов единоборств продемонстрировали свое искусство. Впервые, и надеюсь, мы это будем проводить традиционно, мы собираем вместе, объединяем все виды спорта, которые есть, единоборства. И все вместе показываем хорошие вещи. И будут хорошие бои на ринге, на татами, будут показательные выступления. То есть зрители увидят все разнообразие, всю красоту единоборств сегодня. Мероприятие проходило на площадке спортивного ядра школы «Аверс». В рамках фестиваля, приуроченного ко Дню России, состоялись показательные выступления по 5 видам единоборств и 16 поединков фейс-ту-фейс. Здесь кудо, бокс, кикбоксинг, универсальный бой и ММА. Хочу высказать слова благодарности сегодня здесь организаторам. Ребята, молодцы. Огромное спасибо вам. Низкий поклон, что вы занимаетесь вот именно такими направлениями, такими движениями. Посмотреть зрелищные поединки собрались не только спортсмены, любители единоборств. Сургутяне пришли целыми семьями. Родители вместе с детьми выбирали понравившийся им контактный вид спорта. Кроме того, гости фестиваля активно участвовали в благотворительности. Федерация единоборств совместно с фондом «Траектория надежды» организовали сбор средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Перечислить посильный взнос можно было, наведя смартфон на специальный баннер с QR-кодом. QR-код, на него наводишь, и если ты, например, клиент Сбербанка, то у тебя сразу же автоматически заполняются все реквизиты, и ты просто делаешь платеж на ту сумму, которую хочешь пожертвовать. Сильнейшими в поединках по универсальному бою, дзюдо и ММА стали Никита Кукшинов, Николай Коваленко и Алексей Маслов соответственно. 5 лет назад мы с Александром Владимировичем Кучкиным обсуждали эту идею. Я нашел в этой идее социальный смысл. Не просто представить многообразие единоборств, а сделать презентацию для родителей, детей и подростков. Какие есть единоборства? В чем нюансы? В чем отличие? Вот эти захватывающие поединки, которые сегодня увидят зрители, стали поводом для того, чтобы молодые люди заинтересовались этим, записались в секцию. А спорт – это прекрасная сфера для самоутверждения молодых людей. Идейные вдохновители соревнований отмечают, их главная цель – привлечь больше молодежи к спорту и помочь воспитать здоровое и сильное поколение. Прошедшему фестивалю удалось решить одну из главных задач. Поступило около 100 обращений от родителей, желающих записать своих детей в секции единоборств. Организаторы планируют сделать фестиваль единоборств ежегодным событием в спортивной жизни Сургута. В столице Югры подвели итоги первенства округа по мини-футболу среди юношей до 16 лет в зачет 15-й спартакиады учащихся. В турнире приняли участие 9 сильнейших команд региона, которые оспаривали звание чемпионов на протяжении 4 дней. Футболисты из Когалыма, Нефтьюганска, Покачей, Сургута, Нижневартовска, Пойковского, Нягани, Мегион и Ханты-Мансийска сошлись в мини-футбольных поединках на территории открытого стадиона «Югра Атлетикс». Изначально команды сыграли матчи по круговой системе в двух подгруппах, после чего сильнейшие клубы округа встретились в решающих стыковых играх. Очень хороший турнир, еще раз повторюсь, да, то есть очень хороший уровень подготовленности команд. То есть после пандемии все соскучились по
соревновательному процессу, поэтому все приехали подготовленные. Ну, очень хороший уровень. В матче за бронзовые медали соревнований сошлись команды Нягани и Нефтеюганска. В основное время они не сумели выявить победителя, и все решилось в серии после матчевых пенальти. В этот день «Фортуна» улыбнулась футболистам из Нефтеюганска. Итоговый счет 6-5, и у них заслуженный кубок за третье место. Главный трофей соревнований оспаривали команды Нижневартовска и Когалыма. Здесь развернулась нешуточная борьба. Жесткие столкновения, красивая индивидуальная и сплоченная командная игра, голевые контратаки – все это придавало зрелищности основному финальному матчу первенства Югры. Однако короткая скамейка игроков из Когалыма и к тому же травма одного из ведущих футболистов команды не позволили достичь положительного результата. В финале выиграли со счетом 2-0. Игра в первом тайме была тяжелая, во втором уже дожали команду. Самая тяжелая игра была с Няганью в группе, потому что мы первый мяч пропустили. И потом пришлось много атаковать, чтобы забить два мяча. Как итог, главный трофей соревнований заслуженно у вартовчан. Впереди сезон 2021-2022 годов и масса амбициозных планов и новых задач. С 1 июля по 23 августа. То есть наши спортсмены будут сидеть на индивидуальных тренировках, то бишь это дается задание на 2 месяца, и ребенок занимается, готовится к следующему этапу зонального первенства России, который начнется в ноябре месяце 2021 года. В этот же день 4 городские команды разыграли медали спартакиады трудовых коллективов. В финальный тур соревнований вышли футболисты Центра адаптивного спорта Югры, спортивного комплекса «Дружба», торговой компании «Офис Комплект» и автономного учреждения «Югра Мегаспорт». Последние, показав настоящий спартанский характер, в итоге поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Звезда родилась. 7-летний сургутянин покоряет столичные спортклубы. 9 медалей высшей степени по футболу, хоккею, бегу, баскетболу. Все это заслуга югорчанина Михаила Лапчука. Свои 7 лет Миша Лапчук умеет не только считать, писать и читать. Мальчик уже обладатель наивысших наград в номинациях «Лучший голкипер» и аналогично в хоккее «Лучший защитник». Юный сургутянин провел одновременно сезоны игр в хоккейном клубе «Олимпиец» и в футбольной лиге будущих чемпионов 2021. Теперь я, Миха! Миша, я! Спорт мальчик пришел по семейной традиции. Его родители сами любители физических нагрузок. Мама увлекается бегом, папа – единоборствами. Чтобы определить предпочтения ребенка, выбрали несложную тактику. Взрослые водили Мишу на разные соревнования. Наблюдали за пловцами, борцами, футболистами. Так и поняли, к чему больше лежит душа. Мы ходили на все соревнования, мне кажется, с 2 лет. То есть просто приходили, сидели, смотрели, как борются, как играют в волейбол, в баскетбол. И так мы увидели, что у него тяга к футболу. То есть буквально 2-3 года вот ребенок уже потянулся к мячу. Помимо футбола, юный спортсмен уже попробовал себя в баскетболе, беге, хоккее. Впрочем, он везде завоевывает первые места. Тому подтверждение – копилка наград 7-летнего мальчика. В ней 9 медалей по вышеперечисленным видам спорта. Тренер вратарей в сургутской футбольной школе, куда ходит тренироваться Миша, говорит: мальчик одаренный, не иначе. Он отличался еще в возрасте 6 лет. Для меня, у меня таких всего, наверное, 2 вратарей были маленького возраста в юниоре, которые... И не нужно объяснять, что такое мячик и как его с ним нужно действовать. 2-3 слова, 2-3 показа, и все, ребенок все понимал, схватывал на лету. Миша говорит, у него нет кумира, просто без спорта не может. Даже во дворе, гуляя с друзьями, все игры ведут к мячу. То в футбол погонять, то в баскетбол, волейбол. Для этого и сетку сами организовали. У нас есть кольцо, которое я повесил. Ну, мы его купили и повесили там. И теперь многие мальчики вот играют, ну, в разные игры с кольцом. И еще мы придумали ворота, ну, ворота, да, на площадке. Этой весной сургутская семья ездила в столицу, где Мишу приняли в ряды учеников Академии имени Игоря Акинфеева, экс-вратаря российской сборной.
Теперь спортсмен под покровительством заслуженного тренера России Вячеслава Чанова. Кроме этого, мальчик участвовал в общероссийском отборе игроков для команды «Динамо Москва» в спортивном комплексе «Лужники». И там получил персональное приглашение в основной состав команды от тренера вратарей Александра Кузнецова. Вратари отдельно просматривали, был 21 человек, мальчишек. Вот, все очень экипированные, спортивные, то есть замечательно вообще, конечно, время провели. Но я была с маленьким малышом, не видела всего процесса. Я только поворачивалась и смотрю, что происходит отсев, а мой сын остается. Мама Миши, Олеся, говорит, теперь у семьи есть повод задуматься о переезде в столицу. Пока у юного сургутянина не за горами хоккейные сборы перед новым сезоном игр в Олимпийцы. Сейчас Миша на тренировках в Москве. Утром занимается в Лужниках, в основном составе «Динамо-2013». Вечером в Академии имени Игоря Акинфеева. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. До новых встреч на телеканале «Югра». Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Смотрите программу «Югорский спорт».